Привет всем. Вот такая огромная посылка. Так, здесь должна быть, опять же, картина, ну, рисунок или картина по номерам. Это покупал на заказ, опять же, не себе. Ну, хотя я и себе тоже покупаю. Ну, понравилось людям. И уже практически в очередь становится. И мне. Пакет придется раздербанить. Одну проколу. Хорошо скотчем замазывает вообще в HPR. Даже ножи не берут. Ихний китайский скотч. О. О, 30 цветов. Вообще класс, шикарно. Шикарно, 30 цветов. Ну, кисточки по стандарту. Значит, нулевочка вообще очень тонкая. 30 цветов. А это какие-то вот со звездочками еще. Это я пока не в курсе. Уровень какой-то. Не знаю даже, зачем уровень. Так, будет вот такого типа картинка. Ну, такую захотели. Захотели, получите. Так. Ну, скажем, прошлое было на холсте, а это уже на стеклоткань какая-то. Картина не помялась. Все отлично. Ну, тут она замучается рисовать. Хозяйка картины, скажу я вам. Это отлично. Так, ну все. Надо ее насадить теперь на рамку, из чего-то сделать. Да и все. Дальше включу, когда нарисую. А где он? Ты рисуешь? А что ты где? Картины по номерам. Что? Картины по номерам. Это как понять?
Если что, ставим лайки, подписываемся на канал. Вдруг не смогу, то пока.